Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас череп Тига 8. Мобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию салона. Разобрали краткий обзор штатной шумоизоляции. Пол в багажнике, видите, несколько кусков вибропласта присутствует. Задние арки у нас голый металл этого автомобиля. Одни из самых шумных мест. Крыш смотрим, также голый металл. По дверям голый металл. Пол в салоне кое-где вибропласт присутствует. Владельцы не устраивают данная шумоизоляция. Готовим поверхности и приступаем исправлять. Закончили клеить вибропласт на Тига 8. Проклеен у нас пол в багажнике. Проклеены задние арки. Крылья. Тщательно прокатываем валиком. Проклеен пол в салоне. Обработана крыша. И по дверям нанесли первый слой вибропласта. Толщина его 3. миллиметров. Приступили наносить второй слой. Это мембранная шумоизоляция Integra 6 миллиметров. Продолжаем нашу работу. Так, друзья, закончили клеить шумоизоляцию на череп Тига 8. Проклеен у нас шумопоглотителем пол в багажнике, задние арки. Проклеен пол в салоне. На крышу нанесли мембранную шумоизоляцию Skyline 7 миллиметров. Третий слой нанесли в дверях. Вибропласт 2 мм. Четвертый, заключительный слой, мы наносим на дверные обшивки. У нас шумопоглотитель, толщина его 15 мм. Автомобиль готов. Собираем, проверяем. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!